Так, народ, продолжаем заниматься реликтами. Опа, здрасте. Письмо. Так, окей, тут у меня обещали доп. Ящички. И ящичек, который мне обещали рядышком. Кстати, о птичках. А нету ящичка. Обманщики. Так, короче, куда мне грацевать-то? Туда, понял. Грацую. Sending instructions across the planet, but with only two of three, it's like the planet's running a string of code with a chunk missing. Why isn't it just completely broken like the other planets we've seen? All planets start different. If broken, they'd also break differently. Никель, никель, куда же я без никеля бы делся? Ай, сколько его там насобирал, вот мне интересно. Наверное, ой, как до хрена. Никель, здравствуй. Он мне снится будет. Это точно. Переходит все границы. Безумие. Говорите, я безумный? Нет. Безумный тут только Никель. Pathfinder, we are approaching the location provided by Esmus. Stay sharp, everybody. There's supposed to be remnant crawling all over this place. Полно аж прям капец. Исследовать можно. Не, мы тебе никель отдадим, зачем что-то исследовать? Никель всему голова. Капец, я столько никеля ни в жизни не видел. Ну, вообще столько однотипного ресурса, чтобы хоть какой-то игре встречал. Это просто абзац. Что еще никеля? Like for those ancient Angara, finding strange things in the wilds. It's possible we could discover something new from what you found. We should take it for further analysis. Требую никеля. Хрен мне, а не никель, я понял.
Ладно, поперлись. Сегодня артефакт нашли. Ура! Обожаю эти штучки. Надеюсь, они меня смогут выручить. Так и не придумал, какую себе лучше винтовку зартачить. Снайпу я оставлю. Yes, sure. Not the way Esmos does. А так тут не телепорт. Мне кажется, что там что-то очень, блин, большое. Да, и, наверное, будет очень больно бить. Так, ладно. Вижу, что это, блин, стена и без тебя. Не отсюда пришли, или я отсюда приперся? Я что-то запутался. Ну вот, показывает мне что-то. Якобы здесь что-то есть. Может, как надо по-другому обойти? Похоже.
показывает сюда, обратно, туда 5 раз. Куда показывает? Реально ужасная. Ты, блин, спрятался-то? Ее надо было просканировать. А, как всегда, не додумался. Я думаю, он не первый будет и не последний. Хотя вообще-то, если честно, те, кто сканируются, вот так вот лежат. Так, дальше-то что? Что не факт, что его можно было просканировать. И не факт, что он и последний. Здрасте. Кстати говоря, о птичках. Нам еще туда идти довольно-таки далеко. Ты отсюда пришел.
И отсюда. Вот, блин. Так, ладно, по мне тут хорошо стреляли. Да, разрушенный, вот я здесь и был. Значит, мне вперед. По направлению. Контейнер. Хранение здесь есть, в принципе. Не хочется мне падать здесь куда-нибудь, не туда, куда надо. Поврежденный носитель данных. Примечание: носитель старый, сильно поврежден, большая часть данных уничтожена. Так, рассказывает дедушке о том, как к нему попала эта перчатка. Хранять ее попросту, что должно было, все страны были прямыми потомками за рай. Здесь ничего в этом не понимаю, и меня это пугает. Мудрецы поведали мне, что за рай был доступно разговаривать с реликтами. Не исключено, что с помощью перчатки, когда ее надевали, в моем сознании что-то меняется. И мне это не нравится. Иран хочет ее заполучить. Говорит, что мои страхи лишат меня сил. Дескать, мне надо передать устройство ей, так же, как наша родственница когда-то дала его нашему деду. Но я не боюсь и докажу, что мой предок. Примени перчатку на реликтах. Вход применил. Один реликт отказал. Got it. Looks like it might have been some kind of glove or gauntlet. Smashed though. Inside studded with contacts. Could have been used for some kind of input. I wish we could study it instead of giving it to this Tavos person. Нам-то на хрена? У нас вон в башке ИИ стоит, который лучше всякой перчатки. Ухиду. А, вот. Все, понял. Так, и нам нужно, получается, теперь куда? Нет. И нет, и нет. Гибнущая планета. Рахта здесь бывал, ёлы-палы.
Так, я здесь нахожусь. Попробуем пробежаться, куда нас там пытается нас завести эта туристика. Опять же. Вот, бежим вот так, вот здесь должна быть дверь слева. Ведет нас походу к выходу. Совершенно в другое место надо идти. Так, погоди-ка, это мне надо вернуться. Мне надо как-то стену открыть. И как мне это, блин, сделать? Блин, вопрос достойный, но непонятный. Да это сюда. Хороший вопрос. Так, ну давай предположим, что мы сюда тэпнемся. Может, здесь что-нибудь найдем. Прыгнуть сюда, что ли? Ты издеваешься? Что за... Так далеко бежать обратно, когда мы только у стены. Ну сейчас посмотрю, куда нас дальше она поведет. Возможно, ответ где-то рядом. Может, перчатку надо надеть вообще. Хуй одеть так просто. Вообще-то. Я даже убраться отсюда не могу. Пока что. Ну, если я пойду так. Сейчас посмотрим, что получится. Тут телепортироваться отсюда тоже не могу.
странно вообще, что. Зачем тогда телепорты? Looks like we need to find another way. Какой путь, понятно. Надо искать. Не другая, другой единственный, да? Так мы реально по другому пути сейчас идем, ёлы-палы. Хрена они тут замутили. Ух ты. Да ладно. Ты прикалываешься? Нифига себе прикол. Чё за нафиг? Что за нафиг такое? Так, там наверху это все, да? Да ладно. There must be dozens of these scattered around Avarl. We should pick up as many as we can find. До этого я не видел ни одного, сейчас я нахожу их пачками. Серьезно? Второй нашел. Ну да, случайно, но все равно. На той стороне мне не побродить, да? Не, ну там тоже как-то мы должны туда попасть. Вопрос как? Here they come. We just wanna talk. Hiroka, don't talk to aliens. Хрена, он крепкий. И сейчас только что мост открыли. Возможно, даже удастся найти все артефакты. Лазил-то ничего подобного и не видел, попрошу заметить. А лазил я практически везде. Если, конечно, они только не появились прямо после того, как я тут все облазил сверху донизу. Что тоже вполне возможно. What in a million?
Такс. Платина. Все, мне больше нечего смотреть даже. Я-то думал, я те артефакты утерянные найду, но, блин, как бы не пришлось по новой по территории бегать здесь, чтобы их найти. Так, вот там мы успеем полазить еще. Здесь больше лазить практически негде. Historians believe much of our progress was spurred by such. Осталось не так много, надеюсь, найду. Надеюсь, додумались больше положить, сколько нужно. Правило в таких играх, если какие-то вещи ищешь, их ложат больше на 2-5 единиц. Ну, смотря в зависимости от того, сколько. Если, ну, на 1/5, короче, больше ложат. Остальные просто не в зачет идут, да и все. Хотелось бы мне туда звездануться. Магний. Хорошо, мне магния дали, слушай. Уже дают, как говорится, от души. Это хорошо. Так, сколько у меня там всего магния? Ну да, мне собирать надо вот это вооружение реликтов-то. Это какой-то кошмар, оно магния жрет. Я даже не знаю, мне еще, наверное, по 2 магния понадобится. О! Там сохранялочка. Отлично. Опс, здрасте. Как дела? Хорошо. Да, это очень необычно. Здесь еще территория тоже такая. Слушай, я думал, тут за 2 часа мы все пройдем. Но оказывается, гораздо дольше. В принципе, это, наверное, прикольно. Надо посмотреть, сколько у меня магния накопилось.
Дай-ка по предметам взгляну. Броня, предметы, ресурсы. Так, минералы. Графит. И нормально, так 710. Да, еще вы не забывайте, народ, одну простую вещь. Это только тир 3. Да, тир 3. А тут я не знаю, сколько я понял, тир 5 или 6 есть, если не больше. Мне магия тут надо, вот это пипец. Я удивлен, как это РПГ не онлайн сделали. Это в основном в онлайн играх там надо, не знаю. Так, образно, с моего подсчета, так 200 серий посидеть. Что тебе теперь еще надо? That leg of my workbench needed propping up. If you bothered reading it, you'd know that the Tempest is an orchestra of new tech. You can't just meddle with. I got this ship launch ready in record time, Callow. I know my stuff. And you don't have a shred of respect for other people's. Callow. Oh, Ryder. Sorry you had to hear that. Капли уважения к остальным. Может, он занят так, что ему не до болтовни. Мне это вообще больше всего нравится. Тоже 2000. Не понимаю я этого. Что там у них поломалось? Его. Ой. Ладно, опыт заработают хоть. Пипец. Что ж за миссии-то такие, вот мне интересно. Хоть стой, хоть падай, хоть, не знаю, хоть плачь. Ладно. Всем удачи, всем пока.